вообще человек очень, как сказать, он любит животных и разводит животных. Старается очень много делать для, для восстановления популяции вообще вот в нашем здесь крае. И он любит наблюдать за ними, выписывает различных птиц, голубей, животных из разных питомников. Из, здесь у нас представлены очень много разных пород голубей. Здесь есть как и спортивные голуби, которые, вы знаете, летают на дальние расстояния. Они, может быть, не такие красивые, но они очень сильные, крепкие. И вообще они такие умнички. А вообще, вы знаете, как пользовались почтовыми голубями раньше, когда не было электронной почты? Да? К ноге что-то привязывали, да, к лапке. Но начиналось-то все как? То есть они берут из дома несколько голубей. Вот как, допустим, и потом уезжают на дальние расстояния. Да, он уезжает на расстояние. А как у нас, допустим, говорят родители, доедешь до места? Отзвонись, да, или напиши. Да. А тогда, как бы, они, допустим, доезжают до какого-то места, пишут записочку, я доехал, все хорошо, из прикрепляют голубя, берут. И голубь возвращается домой к себе. Угу. Вот, то есть жена получает записочку там или кто там и видит. Здесь у нас как романтично. Есть... Также, да, здесь есть голуби, очень красивые, декоративные. Они не такие сильные, не умеют летать на большие расстояния, но зато они очень красиво парят в небе. Голуби-бабочки, то есть они взлетают, расправляют крылья и в какое-то время могут вот так вот застывать. Зрелище, конечно, вообще очень красивое. Что они делают? То есть голуби, такие умные птички, это все у них записано на генетической памяти, то есть они ловят поток ветра определенный. Когда они расправляют крылышки, они могут в это время не махать, и они как бы парят, да, в таком определенном... Планируют. Планируют. А есть голуби, которые у нас взлетают на очень высокое расстояние, это несколько километров, прям буквально видно только точку. Эти голуби тоже используют законы аэродинамики, да, по-моему, если правильно. Они летят-летят на какую-то высоту, затем, ну, тяжело, крылья должны отдыхать. Они ловят также поток воздуха, воздушный поток, а еще поднимаются выше. И так вот ступенями выбираются очень-очень высоко. Есть у нас голуби такие декоративные, но они у нас в другом вольерчике, мы еще их с вами увидим, посмотрим. Вот. Некоторые голуби ручные, я вот, к сожалению, не знаю пока, кого можно брать. Сейчас мы попробуем. Они некоторые даются в руки, а так вот, смотрите, у нас приспособление есть с большими черными пакетами, палки. Им засиживаться не даем, потому что им тоже нужно двигаться. Или хотя что-то птица стоит. Он белый, так просто белый. Че, засиделись? Давайте. Мне нравится вот коричневый с белым. И белая грудка, голова с серыми крыльями. Прям вообще красота такая. Ну и белый, конечно же, целиком. Остальные вы мне тоже нравитесь, не обижайтесь. Ага, вообще красавец, да? Прям орловый. О, это прям вообще тут орлы. Ястребы? Ой, белую голубку несут. Открыть вам дверь? А я здесь закрою. Что, Наталь, будешь брать? Бери. Пробовала? Так вот крылышки зажимаете, так, как будто вы ее так оглаживаете. Держите крепко. Маленькая. Маленькая. Красавица, красавица. Красавица. Сейчас сердечный приступ будет. Да, сердце добьется. Не бойся, не бойся, зайка, не бойся. А потом резко в воздух? Нет, мы ее туда запустим. Просто чтобы потрогать, подержать. Да, просто какие они на ощупь. Хочешь попробовать? Нет. Вот так вот ее, как будто оглаживаешь, крылышки вот так вот ей зажимай немножко. Ой, не вырвалась. Сверху рукой. Сильно не дай. Еще говорят, их надо как бы за хвост и за лапки, чтобы не сдавливать грудь. Да? Ближе к этому. Да, конечно. Я взялась.
На, подержи тогда, я попробую. Не, Гоша есть. Я не держу. Опугай. Да. Насрань. А вообще, снимаете? Все. Она точно снимает? А? Точно снимает? А?